Всем привет, с вами Игорь Войтович и программа «Кинозвезда». Сегодня я расскажу, какие фильмы стартуют в кинотеатре «Звезда» с 24 декабря. Поехали! Начнем сегодня с российской драмы. Фильм «Огонь» от студии 3Т – это российская драма, в центре которой героическая история о пожарных и спасателях, приходящих на помощь в трудную минуту людям, оказавшимся во власти бушующей огненной стихии. Когда кажется, что выхода уже нет, появляются они, выполняя свой долг и вызволяя несчастных из-под объятий пламени и груды тлеющих углей. То, что для многих считается подвигом, для них обычная работа, но их будни наполнены невероятным риском и смертельной опасностью. Постановщиком и одним из сценаристов здесь выступил Алексей Нужный. За сюжет также отвечают Николай Куликов и Константин Майер. В продюсерах проекта Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Рафаэл Минасбекян. Несмотря на тематику, возрастной рейтинг в прокате у фильма 6+, так что он должен подойти даже для просмотра с детьми. Смотрите фильм «Огонь» в кинотеатре «Звезда» с 24 декабря. У меня такого сезона за всю жизнь не было. Вся страна полыхает. У меня шестого нет, без шестого нельзя. А ты возьми одного из этой толпы, и сделай из него толкового и внимательного. Инструктор ты или кто? Все. Сейчас полетаем. Это кто? Молодой человек. Из нового набора. Папа, мне 15 лет. Если я тебя еще раз рядом с ней увижу, полетишь один. Домой. Алексей Павлович! Нас расформировывают, вас отстраняют. Пожарный зачем пришел? Буду служить и защищать. Ты теперь в моей группе будешь служить и защищать. А этот Армагеддон нафига? Полетели? Вы меня сюда позвали, чтобы я типа с вами полетел, пожар увидел и понял, что профессия-то это с огоньком, да? Типа обжегся и домой свалил, так что ли? Я не испуглил. Молодой! Ты там чё, гнездо вьёшь? Всё нормально, нормально. Отдыхаю. Огонь над головой! Ничего не спасёшь, а люди погибнут. Из деревни нужно уходить. Как ты там? У тебя всё нормально? Ни спутниковый, ни мобильный не отвечает. Там что-то произошло. Огонь сзади! Слушай, тебе страшно, это видно. Голову прикрывайте, копы смола! Далее у нас идет фильм «Бывшая с того света». Это британская комедия о писателе, пребывающем в затяжном творческом кризисе. С помощью медиума он пытается провести ритуал, в результате которого в наш мир пробирается призрак его бывшей первой жены. Сам писатель после ее смерти вот уже несколько лет живет в счастливом браке со своей новой второй женой. И такие обстоятельства так или иначе приводят к очень странному любовному треугольнику, заставляя героев попадать в самые невероятные комичные и забавные ситуации на пути к осознанию, как же все-таки должны разрешиться их взаимоотношения. Постановщиком этой комедийной мистической истории стал Эдвард Холл, а сюжет сочинили Пьерс Эшворт, Ник Муркрофт и Мэг Леонард. В продюсерах проекта также числятся Хилари Беванс, Джонс Мартин Мец и другие. За операторскую работу отвечал Эд Уайлд, а музыку фэнтезийной комедии написал Саймонд Босуэлл. Заявленный хронометраж составляет около 1.5 часа 99 минут экранного времени, включая титры. В прокате картине присвоен возрастной рейтинг, ограничение 16+. Смотрите фильм «Бывшая с того света» в кинотеатре «Звезда» с 24 декабря. Помогите. Что с тобой, мой старый друг? Мне поручили адаптировать мой роман для кино, но вдохновение иссякло. Мне нужно божественное вмешательство. Мадам и месье, бонсуар. Сегодня я использую свой бесценный мистический дар. Придумал.
Я хочу, чтобы вы провели сеанс у меня дома. В этот четверг. Используем силу полнолуния. Прекрасно. Но ведь она мошенница, ты же мне сам говорил. Это идеальное вдохновение для моей новой пьесы. Здесь кто-нибудь есть? О, это ты, Майя, мой духовный гид. Она была кормилицей Тутанхамона. Надеюсь, у нее кончилась лактация. В этом году? На той стороне есть кто-нибудь, о ком ты думаешь? Эльвира, его мертвая бывшая. Хватит и небольшого духа. Придется войти в транс. Чтобы вызвать большие неприятности. Эльвира? Ау! Ты же мертва. По комедии Ноэля Коварда. Призрак моей первой жены с нами в этой комнате. Как ты не видишь, она стоит рядом с тобой. Ты что, пьян? Кто она? Моя жена. Я твоя жена. Больше нет. Скажите, он может ее касаться? Я очень надеюсь, что нет. Неудивительно, что ты не издал ни строчки с моей кончины. Я закончил первый акт пьесы. Эльвира помогла мне. Она опасна, Чарльз. Я люблю тебя. Я понятия не имею, как отправить ее обратно. Кажется, ты попал. Дэн Стивенс, Лесли Манн, Айла Фишер. За любовь. Истинная любовь никогда не умрет. И Джуди Денч. Но катастрофически не так. Да, и не в первый раз. Бывшая с того света. Что-то появилось. Я чувствую это в базисной чакре. Это просто изжога. Третьей премьерой кинотеатра «Звезда» станет фильм ужасов «Проклятие Лауры. Завещание». Это ужастик о группе друзей, подразумевающих, что одна соседская старуха на самом деле ведьма. Однажды после неудачного покушения на нее четверо приятелей заключают особый пакт, суть которого – собраться снова вместе через 5 лет после смерти ведьмы, дабы позвонить по телефону, который пожилая дама возьмет с собой в гроб. Когда это случается, внезапно кто-то берет трубку на том конце, начиная тем сам вереницу страшных и мистических событий, вторгающихся в привычную жизнь молодых людей. Постановщиком колдовского хоррора выступил Тимоти Вудвард-младший, а сюжет написал Патрик Стивс. В продюсерах проекта числятся Рэнди Джуниор Гудвин, Джеффри Реддик и Зебулон Хьюлинг. Музыкальное сопровождение к данному фильму ужасов сочинил Сэмюэл Джозеф Смит. Рейтинг возрастного ограничения ожидается 16, либо все 18+. Смотрите фильм «Проклятие Лауры. Завещание» в кинотеатре «Звезда» с 24 декабря. Дети обожали ее, пока не пропала Лаура. Мы справимся с этим. Они повесили на нее исчезновение этой девочки. И кто твои друзья, клоуны? Смешно. Ну что, в гости к шаманке? Привела новенького, чтобы совершил обряд с нами. Что за шаманка? У нас не счеты. Из-за нее бесследно исчезла моя сестра Лаура. Последний раз ее видели на играх у этой ведьмы. Валим! Вот черт! Зачем пришли? Что ты сделала с Лаурой? Я не виновата в ее исчезновении. Убирайтесь! Эдит умерла. Я оставила вам завещание. Мы не желали ей смерти. Она хотела доказать, что невиновна. Теперь это не имеет значения. Вам не нужно завещание на $1 000 000? Просто так. Условие простое. Наверху есть телефон, рядом номер. Каждый из вас должен его набрать и выслушать сообщение. А утром вы получите свои деньги. И кому мы будем звонить? Моей жене. По ее просьбе я похоронил телефон вместе с ней. Ну что, в гости к шаманке? Где вы? Это какой-то портал. Это не игра. Здесь мои правила.
У вас нет шансов. Проклятие Лауры. Завещание. В кино 17 декабря. На этом сегодня все. Вы смотрели на телеканале Интекс программу «Кинозвезда». С вами был Игорь Войтович. Всем пока.